Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня мы поговорим о том, как можно заработать в интернете в кризис 2020 года. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. А мы продолжаем. Идей для заработка в интернете в кризисное время довольно много. Как вариант, можно начать заниматься трейдингом. Но если говорить о торговле акциями, фьючерсами или валютными парами на рынке Форекс, то для этого потребуется немалая сумма, так как при маленьких депозитах заработать будет очень сложно. Поэтому начинающим трейдерам, а также тем, у кого нет возможности инвестировать большую сумму, можно использовать более бюджетный вариант под названием бинарные опционы. Из-за кризисной ситуации на рынках бинарные опционы являются довольно удобным инструментом для заработка, так как они не зависят от волатильности актива или движения цены в пунктах. И поэтому у трейдера, покупающего бинарный опцион, не получится потерять больше, чем было инвестировано изначально. И первое, что необходимо сделать перед тем, как начать торговлю бинарными опционами, это найти надежного брокера бинарных опционов, который предоставляет торговлю большим количеством базовых активов. И самым лучшим вариантом будет такой брокер, который будет предлагать для торговли как акции, так и индексы, валюты и криптовалюты. Благодаря чему каждый трейдер сможет подобрать торговый инструмент под свой стиль и тип торговли. А трейдеры без опыта смогут понять, как движутся цены различных инструментов, так как валюты, к примеру, очень сильно отличаются от акций. После того, как брокер был выбран, новичкам без опыта не стоит сразу начинать торговлю, так как без практики и опыта можно будет очень быстро потерять все инвестированные средства. Поэтому первым делом необходимо будет изучить обучающие материалы, которые можно найти как в сети, так и на сайте брокера. К примеру, у брокера бинарных опционов Pocket Option на его сайте в разделе «Руководство пользователя» и на вкладке «Учебник и глоссарий по Форекс» можно найти такие темы, как технический анализ, фундаментальный анализ, психология трейдинга, риск-менеджмент и управление капиталом, а также создание торговой стратегии. Эти же темы, а также множество других полезных тем можно найти на нашем сайте в разделе «В помощь трейдеру». Помимо стандартных статей, в этом разделе также можно будет найти программы, индикаторы и торговые стратегии для бинарных опционов. Если более конкретно говорить о темах для изучения, то новичкам стоит обратить внимание на технический анализ, умение определять тренд, а также психологию торговли и управление рисками и капиталом, так как понимание именно этих тем является основой прибыльной торговли. И также немаловажным будет узнать о том, что такое бинарные опционы и как они работают. А в дополнение можно прочитать несколько книг по трейдингу, которые также можно найти на нашем сайте. После того, как были получены некоторые знания о трейдинге, необходимо потренироваться в совершении сделок на демо-счету, который на данный момент может предоставить абсолютно любой брокер. На таком счету можно беспрепятственно совершать любое количество сделок с любым торговым объемом, не рискуя при этом собственными средствами. А самое главное то, что таким способом можно не только потренироваться в торговле, а и понять, как работает рынок и как работают бинарные опционы. И важно отметить то, что многие новички пренебрегают торговлей на демо-счету, считая, что это не принесет никакой пользы. Но такое мышление является ошибочным. Если у вас не будет должного опыта в торговле, то в большинстве случаев вы будете терять деньги. После тренировки на демо-счету можно пробовать переходить на реальный счет. И на начальном этапе в торговле можно использовать уже готовые стратегии или индикаторы. А когда торговля бинарными опционами будет становиться все понятнее, можно будет создать и собственную торговую стратегию. Также при торговле на реальном счету обязательно стоит использовать правила money management и risk management. При составлении правил обязательно стоит указать максимальный риск, который можно себе позволить в каждой сделке, а также максимальное количество убыточных сделок в день.
И обратите внимание, что максимальный риск не должен превышать 5-10% от суммы депозита, но более правильным вариантом будет использовать 1-3%. Еще одним важным моментом во время реальной торговли является правильное определение времени экспирации. Многие новички пытаются торговать бинарными опционами с экспирацией 60 секунд, полагая, что таким образом они заработают больше за короткий промежуток времени. Но на самом деле важно выбирать время экспирации, исходя из психологических особенностей трейдера и его готовности работать в экстремальных условиях. А если говорить более просто, то экспирацию стоит подбирать под свой тип трейдинга и не гнаться за быстрой прибылью, так как это всегда приводит к лишним убыткам. Также тем, кто собирается торговать среднесрочно, можно использовать диверсификацию. Такой подход предполагает работу с несколькими активами, и вместо того, чтобы покупать бинарные опционы исключительно на валютные пары, можно добавить в свой портфель акции, индексы и даже криптовалюты. Одним из возможных вариантов торговли бинарными опционами в финансовый кризис является торговля на новостях. Но перед использованием такого подхода в торговле бинарными опционами стоит обязательно изучить основы фундаментального анализа, так как в торговле по новостям есть много нюансов, которые стоит знать. Одним из способов такой торговли является торговля с использованием макроэкономической статистики. Все эти данные всегда публикуются заранее в экономических календарях. Найти такой календарь можно на нашем сайте в разделе «Помощь трейдеру» и на вкладке «Экономический календарь». И к важным данным относятся такие показатели, как рынок труда, индексы деловой активности, потребительская инфляция и ежеквартальные темпы роста ВВП. Но самое сильное влияние на мировые рынки на данный момент в условиях кризиса могут оказывать любые новости о смягчении или усилении карантинных мер. И для примера, если в мире начнется новая волна эпидемии, то все рынки начнут падать. А новости о появлении вакцины против вируса, наоборот, заставят все рынки расти. И в заключении, отвечая на вопрос о том, можно ли заработать на бинарных опционах во время кризиса, ответ будет однозначно «да». Но как уже говорилось ранее, перед тем, как начинать реальную торговлю, обязательно стоит подготовиться путем изучения обучающего материала, а также тренировкой на демо-счету. И обязательно стоит помнить о том, что пополнять счет у брокера стоит только на ту сумму, которую вы готовы потерять, так как любой вид трейдинга всегда связан с рисками. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!